Всех приветствую. Продолжаем путешествовать по моему Васильевскому острову, по моему городку. Зашли в Ирарту. И вот здесь и такая выставка мне очень понравилась. Ну, несколько необычная, наверное. Выставка Александры Кравцовой. Называется она «Вих». Вот что она пишет. «В доме моей бабушки висела репродукция картины русского живописца Филиппа Андреевича Малявина «Вихрь». И в детстве глаз я не могла от нее оторвать. Столько было в ней движения, радости, жизнелюбия. Огненный вихрь человеческой радости и счастья в танце». Вот такие вот работы Александры Кравцовой. При съемке она использует длинную выдержку. За счет этого получается как бы несколько смазанный кадр. За 2 года работы над этим циклом было отснято более 10 тысяч кадров. Ну, отобрано, конечно, единицы. Родилась она в Сибири, выросла в Якутии, сейчас живет у нас в моем городке, в Петербурге. С 2010 года занимается фотографией. Ну, конечно, как она говорит, главным источником своего вдохновения она называет кинематограф и полотный импрессионист. Вставлялась в Германии, в Москве. Ну, вот, собственно говоря, и все. Вот такая выставка, вот такие работы. Посмотрите, вдруг понравится. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Devil.